Опрос об организации качества питания в больницах Пермского края проводится онлайн. Заполнить анкету, где не более 10 вопросов, можно до 1 декабря. Как сообщают специалисты Минздрава, честные ответы позволят улучшить качество организации питания в стационарах и повысить комфортность пребывания в больницах Прикамья. Ссылку на анкетирование найдете в наших социальных сетях.